Это Локомотив, один из самых популярных городских пляжей, который находится буквально в 10 минутах от Казанского Кремля. И наконец-то у городских властей нашлись деньги, чтобы привести это место в порядок. Далее мы вам расскажем о том, какие работы здесь ведутся, а что только планируется сделать. Ставьте лайки, смотрите это видео до конца, ну а мы начинаем. Вперед! Хоть пляж и находится в центре города, но добраться до него не так просто. Особенно пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Почему? Да вот почему. Знаете, у этих убитых лестниц присутствует свой шарм. Фу, грязно. Это отличное место для фотосессии в стиле «Город, который покинули люди». Купаться на Локомотиве запрещено. Видите, черный флаг висит, и что-то мне подсказывает, что он провисит до конца лета, как и было в предыдущие годы. Дохлая рыба, мусор, густая зеленая вода. Тут даже черный флаг не нужен. Никто по своей воле здесь купаться не будет. Хотя нет, его даже это не остановило. Как вам здесь? Ну, мне нравится. Что тебе больше всего нравится? Ну, до этого нравилась река, а сейчас она загрязненная стала. Пляж вроде нормальный, чистый. Есть какие-то перемены по сравнению с предыдущим годом? Да, раньше чище было. А сейчас идет благоустройство, сейчас, ну, поэтому сейчас лучше, мне кажется, становится. Хорошо, а чего здесь больше всего не хватает для тебя лично? Развлечений, может, каких-нибудь. Ну, например? Для детей, может, горок всяких. Больше игровых зон каких-нибудь, чтобы можно было здесь, например, волейбол играть. Или футбол пляжный. Угу. Ну, кстати, там есть площадка для волейбола. Ну да, вот здесь бы еще построили, а то на одном месте только. Здесь прекрасно. Прекрасный вид, погода, птички тут поют, солнышко светит. Все идеально. Минусы. Ну, пляж, конечно, здесь чутка грязноват, да и вода, как было сказано, позеленела сейчас. Не покупаться, ни что. А чего не хватает? Ну, лежанок, там, зонтиков добавить. Больше всего здесь в глаза бросается то, что деревья и кустарники оградили, я не знаю, как это называется, клумбами, что ли. Для чего они нужны, непонятно. Возможно, для того, чтобы посидеть и отдохнуть под тенью деревьев. А вот это красиво! Мусорный контейнер спрятан в деревянную будку. Я вот так подсяду, вы не против? Что вам больше всего здесь нравится? Just the sea and the sky. The sky, the weather and the sea. This is sea. Yes. It's a river. River? Yes. Water. The water. Давайте с вами. Where are you from? Египет. Можно Египет. Говорить по-русски? Хорошо. А вы здесь работаете или учитесь? Мне это учиться. На кого? Стоматолог. No. Стоматолог? Да. На КГМУ университете. Вы все стоматологи, да? Да, все стоматологи. Вам нравится здесь? Вот, вам нравится этот пляж? Да, конечно, нравится. Мне нравится, и Казань очень красивый, и люди в России добрые, и смайли. Улыбающиеся. Улыбающиеся. Bye.
Здесь полностью поменяли раздевалки. Теперь они чистые, красивые и новые. Кстати, для сравнения, вот так выглядит старая раздевалка. Странно, но здесь нет воды ни в кране для ног, ни в душе. Я понимаю, что здесь нельзя купаться, но полежав или походив по песочку, хочется ополоснуть хотя бы ноги. А можете вы сказать, что вам здесь больше всего нравится, а что вам здесь больше всего не нравится? Все детство мое было на этом пляже. Наверное, много-много лет назад я здесь была. Мне нравится, что стали новые раздевалки. Не вижу, что здесь вот еще нет, наверное, буфета какого-нибудь, да? Кафе. Вот, наверное, вот это хотелось бы. И, наверное, чуть-чуть бы почистить пляж. А так, в принципе, в целом неплохо. Я только в детстве здесь была и решила вспомнить путь, как туда дойти. Мы вот, было приключение, просто мы сначала с электрички слезли, в итоге получилось нам обратно, пришлось идти. То есть, ну, в принципе, вот как бы лучше стало намного. То есть это я как бы из детства вернулась, вот прям ощущение, прям счастье. Хорошо, и самый главный это вопрос, почему вас так долго здесь не было? Ну, это дело такое, я люблю море. А с учетом того, что ремонт, море пока отдыхает. Из-за этого хотелось просто узнать, где можно отдохнуть в Казани на пляже. Мы любим, скажем так, с моим молодым человеком узнавать, где какие пляжи есть и куда можно сходить. Хорошо, вообще вы рекомендуете вот это место сейчас другим людям, казанцам или приезжим в качестве места для отдыха? Но с учетом того, что здесь рядом с электричкой, с автобусом можно добраться, в принципе, неплохо. И по времени, вот мы ехали 30 минут из дома, очень быстро добраться к воде, скажем так. Вот если в жаркую погоду, самый идеальный вариант. Квасу мне, пожалуйста, холодного. 1 литр. Проблема многих общественных мест Казани в том, что там либо нет туалета, либо они закрыты. Вот здесь вроде бы 3 туалета, но ни один из них не работает. Хорошо, что здесь есть много кустиков. Мне говорить или как? Да, прямо говори, все, что на душе лежит. Ну, в том плане, приезжаю сюда, в том году прилетал, я сам из Норильска, приезжаю только именно сюда. 2 года было хорошо, а в этом году, честно, зашел по колено, и купаться как бы не вариант. А приезжаю сюда, потому что у меня здесь как бы знакомые, друзья, и здесь как бы отдыхаю душевно, но купаться не хочу, потому что вода не позволяет. А что тут вообще делать, если купаться запрещено? Ну, например, можно поиграть в волейбол. Вот смотрите, будний день, а все 3 площадки активно используются. Как вам здесь отдыхается? Нам отдыхается здесь очень хорошо. Мы уже здесь не один десяток лет. Кто-то 20 лет, кто-то 30, кто-то уже сюда и внуков приводит. Вот. Мы очень довольны, что город пошел нам навстречу. Наступила какая-то реновация, тут реконструкция. Вот. Сначала говорили, что будет коммерческие здесь все площадки, но учитывая то, что здесь много пенсионеров играют, и нам, конечно, очень удобно играть на бесплатной площадке. Хотелось бы больше, чтобы город оказал внимание, потому что вот песок, который здесь вот находится, это мы купили за собственный счет. Хотелось бы, это деньги очень небольшие, хотелось бы, чтобы город какие-то деньги выделил вот такому клубу волейбольному, как наш, который, значит, существует. Как называется ваш волейбольный клуб? Наш клуб называется «Локомотив».
Вообще, Локомотив — это не только про купание либо валяние на песке. Здесь еще находится яхт-клуб. Возможно, их несколько, поэтому если вы любите такое, то добро пожаловать! Любите загорать без трусов? Тогда вам тоже сюда, правда, не на Локомотив, а чуть дальше, 15 минут пешочком, на секретный нудистский пляж. Захотите, найдете его легко. Благоустройство этого пляжа проходит в несколько этапов. Первый этап, можно сказать, завершен. На втором этапе планируется строительство деревянных дорожек и зоны отдыха для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Посмотрим, что из этого получится. На этом все. Прекрасный был денек. Спасибо всем за просмотры. Ждем вас в комментариях. А меня зовут Нияз Гатаулин. Вечерний Казань. Пока. Yeah.